служивые! А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Семи берцов! Нормально. Получилось. Годится. Один квест выполнили. Квест выполнил. Да ладно. Я все-таки чела убил какого-то. Охренеть. Когда это было? Вот такие милсимы, я тебе советую ее приобрести. Очень крутая игрушка. Снайпер. Кончился. Минус один. Минус два. Кончики. И ни хрена не взял. Нахуй, понял? По санаториям можно попробовать пройти. Так, стоим, а тут же. Убили двоих. Телек.
Сначала самое главное. Ладно, я рискую, короче. Сейчас меня, походу, хлопнут. Это что за херня? Что это за фар, блин? Вообще пофигу, я киборг. Пускай они там воюют, блин. У нас другие с вами заботы. Помогите. Я боюсь, я забыл, как играть. Так, подожди, вроде вспомнил. Забыл, но вспомнил. Они, короче, борются за пустышку сейчас. 3080 урвал, да-да-да. Че, погоди, рано-рано еще, ребят, радоваться. Во-первых, это всего лишь одна видюха, они вроде как не очень дорогие сейчас. Бляха, я правильно иду или нет? Прикинь, да, вот они там Сука. Вонючая решетка. Твари. Пораставили тут. Ну, это будет или очень быстро, или очень долго и мучительно. О, первый. Frankie the Bones получил в башку. Нормально. 50 на 50. Ну, вот у меня тоже такие смешанные чувства. Он вроде классный, по стрельбе такой хардкорный. Но все, вот, все его плюсы уничтожаются конкретно для меня, да, вот этим сраным ожиданием катки. Но это полная жопа, честно. Вот я... Сидишь и просто, ты, короче, вот как 50 на 50. Ты 50% времени играешь, 50% времени смотришь на эти вонючие загрузки. То есть средняя загрузка в игру около 5 минут, да? Ну, ладно, там, от 2 до 5. Но это время ты просто тратишь впустую, считай, допустим, 10 каток, да? Это уже час времени твоего плюс-минус просирается просто в никуда. Просто сидишь и смотришь монитор. И ты, что, обидно? Не знаю, может, я не... Может, надо какую-то кнопку нажать. Нельзя ничего делать, пока загрузка идет. Вот что раздражает. Ух ты, нифига, каким я... Здесь он. Получи, тварь. Ну нормально, не? Двоих, блин, за рейд. Вообще красиво. Ну, для меня красиво, конечно. Эй,
Здравствуйте, господа. Тунеядцы, кто хочет поработать? Это, походу, команда А была. Ой, нормально, да? Так как я 3D-шник, типа, вы получите для 3D-принтера, значит, моего пиписьки, блин, в эрегированном состоянии. И можно будет использовать ее как вешалку, как там, не знаю, ну жесть, короче, че я такая, что за херня у меня в башке? Страшно. Да блин, ты, ну не надо. Ногу подстрелил мне, прикинь. Да, блин. Добил.